Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Если вы решили завести собаку, вам нужно определиться не только с породой, но и с полом будущего питомца. Кого лучше выбрать, кобеля или суку? В этом видео мы расскажем вам, как правильно выбрать пол будущего лающего друга. Прежде чем определиться с полом будущего лающего друга, нужно понять, для чего вы заводите собаку и с какими сложностями в содержании питомца готовы мириться. Кобели и суки во многом отличаются. О чем важно помнить при выборе пола собаки? Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные советы на эту тему. Решите, хотите ли вы выставлять вашу собаку. Кобели больше подходят для выставочной карьеры, так как при должном уходе они не теряют форму круглый год. Также они крупнее и мощнее сук и обычно производят большее впечатление на жюри. Решите, планируете ли вы разводить потомство. Суки подходят для этого лучше кобелей. Однако стоит учитывать большие денежные затраты на содержание беременной кормящей собаки, а также возможные проблемы со здоровьем у питомца. Кроме этого, нельзя забывать о том, что за сукой требуется особый уход во время беременности и после родов. Определитесь, готовы ли вы к сложностям в воспитании. Считается, что кобелей воспитывать сложнее. Главная задача владельца кобеля – решить вопрос лидерства. Кобели обычно пытаются занять главенствующее место в стае, потому могут не слушаться своего хозяина. Однако при правильном воспитании кобель становится покладистым. Суками же все наоборот, они обычно очень быстро учатся. Кроме этого, суки послушны, до определенного момента проблем с ними не возникает. Однако после первой течки сука также пробует изменить свой социальный статус. И в отличие от кобеля, она пробует изменить его регулярно в течение всей жизни. Поэтому владельцу суки нужно обладать некоторой гибкостью и знаниями психологии собак. Специалисты рекомендуют заводить сук владельцам, которые имеют хотя бы небольшой опыт общения с лающими. Учитывайте половое поведение собак. Например, половое влечение постоянно в большей степени проявляется у кобелей. Вы должны решить для себя, что вам легче будет переносить – постоянное влечение кобеля или регулярные течки суки 2 раза в год. Теперь вы знаете, как правильно выбрать пол будущего лающего питомца. Следуйте нашим советам, пусть ваш будущий четвероногий друг будет радовать вас вне зависимости от его пола. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!